Конечно. Армения получила бы выгоду от поставки иранских дронов. Ведь Ереван хорошо помнит, что турецкие дроны сыграли существенную роль в разгроме армянской армии. Но как бы Армения не хотела бы получить иранские дроны, они не спасут ее. И Пашинян это прекрасно понимает. Об этом «Взгляд АС» сказал российский политолог Сергей Марков, комментируя возможную поставку Ираном своих дронов Армении. По его словам, армия Азербайджана сильнее армии Армении не только из-за турецких беспилотников, но и по многим параметрам. Поэтому Ереван не планирует воевать с Баку. Беспилотники Ирана, они очень котируются, они даже лучше турецких. Стоп. Байрактар ДБ-2 сто раз технологичнее любого иранского беспилотательного аппарата. Технологическое, интеллектуальное, там элементы искусственного интеллекта, все такое, ты не сравнишь. На данный момент мы видим, что все усилия руководства Армении направлены на то, чтобы какая-то другая армия воевала за армянские интересы на Кавказе против Азербайджана. У них была надежда на российскую армию. Но Россия отказала посылать свою армию воевать за интересы Армении, и теперь у них надежда на французскую армию или американскую армию, или какие-то другие армии, подчиненные США и Франции. Надежда Армении сегодня на США и Францию, а не на иранские беспилотники. А поскольку США находятся в серьезном конфликте с Ираном, получение иранских дронов может сорвать планы руководства Армении с точки зрения использования Соединенных Штатов против Азербайджана в конфликте вокруг Карабаха и на Южном Кавказе в целом. Маловероятно, что Армения будет делать главную ставку на закупку иранских дронов. Возможно, закупит несколько штук, чтобы показать, что Иран на стороне Армении. Иранскими дронами Армения не сможет победить Азербайджан. Напротив, она ставку сделает на втягивание американцев и французов в конфликт с Азербайджаном, считает политолог Сергей Марков. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.